Зачем вы меня снимаете? Вы нарушаете авторские права. Ладно, продолжим блок этот. Это прогулка в город Далгов. Пошлите. Эй, слышишь, давай переснимем. Потому что я там на минуту был. Выключил. Зачем вы меня снимаете? Мне нельзя снимать. Нарушение авторских прав. Я сам блогер, я вас сам буду снимать на iPhone 7. Ладно, шучу, пошлите дальше. Это прогулка в городе Далгопус. Вот такой я решил блог снять. Ну и дальше я вам расскажу по теме, что и как, в общем. Пошли, короче. Итак, это прогулка в городе Далгопус. Скоро я уеду в город Ригу работать и жить дальше. Поэтому необходим такой блог, а может быть он не нужен, потому что до этого я много видео снимал про город Далгопилс. Но теперь для меня город Далгопилс — это все тот же самый город, который умеет меня вдохновлять. Я старался подбирать правильные слова. Больше, думаю, ничего тут не стоит вырезать, поэтому пошлите дальше. Так себе, сильный ветер, какой-то был снег, немного пальцы замерзли. Это город Далгопилс, я в нем гуляю, но скоро уеду. Птички летают, но больше вороны летают всякие. В месте, в котором я гуляю, это парк Дубровинка, короче. Хороший песик. Бульдог, наверное. Бульдог. Я хочу эту шляпу, короче. Но она не снимается. Ну, Павел Дубровин, он продолжает молчать. Горожане Далгопилса об этом знают, то, что он постоянно молчит. Ну что, мне придется его оставить в покое. Пусть продолжает дальше молчать. Просто пойду дальше. Долгопилские вороны продолжают дальше каркать. Сзади меня установили долгопилские карусели. Поэтому, если у вас есть свободное время и деньги, приходите, катайтесь на этих каруселях. Приводите друзей, подруг, детей и много кого. Ай, ладно, пошли дальше. Я хочу познакомиться с одной девушкой. Вот с этой вот девушкой. Знакомиться blindex.com, но она стоит 14 евро, поэтому у меня пока таких денег нету. А если обратили внимание, то это отель, гостиница Латгола, я уже там был, поэтому все, кто живут в Далгопилсе, кто-то хоть раз, но был в этой гостинице Латгола. Латгола Парк Хотел Далгопилс. Привет, Далгопилс. Ты все продолжаешь меня снимать, поэтому блог продолжается. По улице, которой я иду, называется улица Ригас. Поэтому каждый родной долгопилчанин должен знать эту улицу наизусть. Улица Ригас – одна из самых главных улиц в городе Далгопилс. Также есть еще улица 18 Новембра, но она по ту сторону находится. Параллельно улице Ригас. Это такие небольшие знания об этом городе Далгопилс. Все-таки я в этом городе уже прожил 28 лет. Это достаточно очень много. О, ты
А, я тут. Классное граффити. Ну, не самое классное долгопилское граффити, но уже произведение, такое стенное произведение искусства. О, люди выкинули стул, короче. Бля, что за дела? Сесть. Теперь я король мусорников. А там дырка. Вон, смотри, дырка туда, кто-то точно ползает. Какие-то крысы. Люди, крысы ползают. Прогулка в городе Даугавпилс. На этом я блог заканчиваю, поэтому скоро уеду в город Ригу. А когда еще приеду, Даугавпилс я не знаю, но когда-нибудь еще приеду.